Иран полностью выполняет обязательства по ядерной сделке, заявили эксперты. Иран полностью выполняет обязательства по ядерной сделке, заявили эксперты 20 часов 53 минуты знак авторского права. Ракета «Земля-Земля» перед зданием бывшего посольства США в Тегеране. Знак авторского права. Вашингтон, 16 января, РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Иран полностью выполняет свои обязательства в рамках ядерной сделки, однако восстановленные США санкции становятся для страны ощутимыми, следует из доклада экспертов Международной кризисной группы, Вашингтон. Копия доклада имеется в распоряжении РИА Новости. Он был подготовлен экспертами Али Ваезом и Найсен Рафати на основе интервью с десятками высокопоставленных представителей из США, Европы и Ирана. Эксперты оценили влияние выхода Вашингтона из соглашения, а также подготовили рекомендации для всех сторон для того, чтобы избежать дальнейшей эскалации ситуации. Наступает 4-й год действия иранской ядерной сделки, и Иран продолжает полностью выполнять свои обязательства. В то же время администрация президента США Дональда Трампа, которая в одностороннем порядке вывела США из сделки в мае 2018 года, восстановила карательные санкции против Ирана. И они начали становиться ощутимыми, говорится в докладе. Эксперты отмечают, что США, судя по всему, верят, что экономическое и другого рода давление вынудит Иран вновь провести переговоры, отложить разработку программы баллистических ракет и сократить региональное присутствие, или даже вызовет беспорядки, которые сотрясут режим. При этом ответ Ирана на действия США оказался взвешенным. Вчера, в 18 часов 04 минуты, у России нет данных о нарушении Ираном ядерной сделки, отметил Патрушев. В то же время не исключен тот факт, что Иран потеряет терпение, нарушив саму ядерную сделку или же ответив действиями против активов США в регионе Ближнего Востока РЭД. Эксперты отвечают на вопрос, что может быть сделано в такой ситуации. Для того, чтобы предотвратить эскалацию, Тегеран должен продолжить соблюдать сделку, проявляя сдержанность и помогая деэскалации региональных конфликтов. Для увеличения экономических выгод он должен провести реформу своего банковского сектора, считают они. В это время другие стороны сделки должны предпринимать усилия как в дипломатическом, так и в экономическом плане. Эксперты уверены, что важными для Ирана являются и предвыборные заявления кандидатов в президентских выборах США 2020 года. Кандидаты на выборах президента США в 2020 году должны подтвердить их намерение вновь присоединиться к сделке, если их выберут, заявили Ваез и Рафати. Иран и шестерка международных посредников – Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия – 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий с ВБТЭ, выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. 2 часа 20 минут, Помпео обвинил Иран в нарушении резолюции СБ ООН из-за запуска спутника США в мае прошлого года, объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября прошлого года. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.